Сзади меня видишь витрина. Она дается каждые 10 левелов. 28 заданий, которые ты должен выполнить. И твои друзья жадные жопы и не дают тебе карточек. Долгожданную заветную кнопочку нажать. Создать значок. Эй, здорово, дружище, с тобой Серега Сайбербанана. И сегодня я тебе расскажу, как повысить левел Steam. Бесплатные способы, платные способы. Ну и также расскажу, зачем это нужно. Договорились? Присаживайся поудобнее, и я начинаю. А победителем прошлого ролика на вот этот вот SSG становится, нажимая кнопочку старт, барабанная дробь, давай, давай, мешай, мешай, и вытаскиваем билетик, и кто у нас? LPNE, скин мой, LPN, я тебя поздравляю, все, что осталось сделать, написать мне ВКонтакте и подтвердить, что это твой YouTube аккаунт. А для тебя подготовил вот эту элиточку с такими нормальными, да, наклеечками. Все, что нужно сделать, это подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и пригласить одного друга ко мне на канал. И все, в среду уже подведем итоги, и, возможно, именно ты заберешь. Теперь погнали смотреть, как повысить левел Steam. Давай быстренько пройдемся, для чего тебе нужен левел Steam. Во-первых, сзади меня видишь витрина. Она дается каждые 10 левелов, то есть, если у тебя 50 левелов, ты себе можешь позволить 5 таких витрин. Кстати, если ты хочешь такую же витрину, как у меня, я оставлю ссылочку в описании, я недавно показывал, как такую годноту замутить. Во-вторых, чем больше у тебя левел Steam, тем больше ты друзей можешь пригласить. Изначально эта цифра 250, то есть принять друзья. Изначально цифра это 250, но если у тебя друзей больше, чем 250, но придется повышать левел Steam. Ну и третьих, это петушнуться перед своими друзьями. Что это означает? Вот здесь я покажу разные цвета левелов. То есть 50 левел это красный, и пошел, 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 пошел. И так далее. А посмотри, что после 100 левела делается. Да? Ты уже сам захотел. Теперь давай расскажу тебе, как поднять этот левел. Сначала бесплатные способы. И самый первый, самый простой способ, чтобы поднять первые левелы Steam, тебе нужно зайти в свой профиль и нажать на значки. Кстати, тут показывается твой уровень Steam и сколько опыта нужно до следующего левела. Также, если у тебя не будет посол сообщества, нажми по незавершенности. Здесь 28 заданий, которые ты должен выполнить, это они очень простые. Это поставить кому-то лайк, сделать свой скриншот, прокомментировать скриншот, да и прочее, прочее. Буквально за полчаса, максимум за час, ты это все выполнишь и получишь 5 левелов Steam. Давай теперь поговорим о втором способе, который также поднимет тебе левел Steam. Здесь тебе нужно просто фармить карточки. Если у тебя есть игры в библиотеке, тебе просто за 2 часа игры любой дается одна карточка. Но если у тебя нет игр, тебе просто нужно зайти, допустим, к примеру, ВКонтакте и написать в поиске раздача игр. И там частенько выбиваешь себе игры, после чего заходишь в нее, также играешь несколько часов и выбиваешь себе карточку. Ну что, годнота? Давай теперь к третьему способу. Этот способ называется попрошайничество, ну либо дружище подгони. Находишь ту карточку, которой тебе не хватает, нажимаешь на нее, после чего тут, если вниз промотаешь, будет видно друзей с этим значком. Находишь любого друга и смотришь, есть ли у него такой значок. Если есть, то просто делаешь трейд и говоришь, братик, я тебе потом там в столовке рубль дам. И все, и значок у тебя, после чего 100 опыта, ну, собираешь значок кучу, и тебе 100 опыта дается, и левел также дается. Ну, тоже неплохо. Так, я думаю, до 10 левела такими темпами ты сможешь дойти. Но давай представим такую ситуацию, что твои друзья жадные жопы и не дают тебе карточек. Плюс добавок раздачах у тебя тоже ничего не получается. И у тебя есть 5 левелов Steam, которые я рассказал ранее, как получить. И что? Надо тебе первое, это 150 рублей на Steam кошельке, после чего тебе нужен steam.tools сайт. И третий это Steam Inventory Helper, это расширение для Google Chrome. Так и в поиске и пишешь Steam Inventory Helper, вот он есть. Также его устанавливаешь себе в Google Chrome, и он получается вот таким значком сих. Давай возьмем в пример меня, у меня есть 5 левел, мне нужно сделать 6 левел, это нужно 100 XP. Все, что нужно сделать, это зайти в steam.tools, нажать здесь, давай мы будем выбирать рубли, чтобы было проще считать. Здесь нажимаем Set Price, и мы видим, сколько стоит 100 XP, а именно нам этот левел 1 нужен. Он стоит 20 рублей 28 копеек. Теперь нажимаем кнопочку B, вот здесь даже кнопочка не считается, это просто буковка. После чего здесь, сам видишь, какие карточки нам нужно докупить. Чтобы особо не париться, здесь выбираешь купить недостающие карточки на торговой площадке. После чего здесь показана сумма, и нажимаешь кнопочку «Заказать». Сейчас эти карточки все автоматически закажутся, и я просто сделаю себе значок. Один купил, второй купил, не купил. И бывает такое, ребят, что ты пытаешься купить карточку, но она вот таким значком показывается. Это означает, что мы не смогли купить эту карточку, значит, кто-то только что купил ее до нас. Поэтому нам нужно изначально зайти снова в «Б», и нам покажет, какие карточки у нас есть, каких карточек нет. Нажимаем опять «Купить недостающие карточки», и сейчас опять снова кнопочку «Заказать». И теперь, возможно, карточки мы уже эти купим. Да, отлично. Все карточки скупились, и теперь снова мы нажимаем кнопочку B здесь же, чтобы посмотреть, все ли на месте. Да, все карточки на месте, и теперь осталось долгожданную заветную кнопочку нажать, создать значок. И мы создаем значок,
и 100. XP нам прилетает в копилочку, это означает, что левел в стиме твой поднялся. Ну, естественно, мой не поднялся, потому что у меня 71, мне до 72 еще надо таких карточек 4 собрать или 3 точно. Поэтому, ребят, ну, я думаю, в принципе, я все объяснил, все показал, как это делается. Я считаю, этого более чем достаточно, чтобы ты понял, что такое левел в стиме, как его апнуть, бесплатные и платные способы. Кстати, участвуй в этом розыгрыше. Годнота же, да? Может быть, в среду именно ты выиграешь. Ну, давай посмотри вот это годное видео, специально для тебя старался. Залетай туда, там лайкусик нужно поставить, годное дело. Пока, братья.